Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Гандикап. И сегодня приятная такая от Яшников новость. Вышел игрок. Это легенда FIFA 14, по-моему. Малибу, я его называю, буду называть его Малибу. ТОЦ версия. Статы, ребята, посмотрите, какие статы. Я так думаю, даже этому парню, скорее всего, я дам мотора, чтобы повысить его баланс, ловкость. Потому что физуха у него вообще запредельные статы, просто запредельные статы. Скорость запредельная. Передачи у него короткий, длинный пас запредельные. Попробуем апнуть баланс, апнуть ловкость. Защита топ, краешник с выносливостью 99, ребята. Это чумовой, чумовой игрок. Был у нас тут Волкер, кто не в курсе. Соответственно, конечно, один минус данной карточки, это линкование в составе. Лига, нация неудобная, только если есть легенда у тебя, ты можешь его залинковать. Соответственно, у него такая недорогая сборка, в 40 тысяч монет он нам обходится. Погнали обменивать и посмотрим выход этого парня. Шикарная вообще карточка, ребята, шикарная. Я давно ждал, потому что все-таки собираешь состав из легенд, хочешь пользоваться вот такими бустами, так сказать, чтобы такие карточки имбовые, я 100% уверен, что он имбовый. На стриме мы это чекнем и проверим, ребята. Обмениваем. Подтверждаем. Кевин Малибу. Кевин Малибу будет у нас. Ну что, приветствую. Смотрите, какая шикарная карточка. Фотография его ж не. Я даже не знаю, какая у него прическа FIFA 19. Я думаю, она такая же у него будет, как у Рутгули-то. Ну, чекнем, проверим. Выход. Ох, какая карточка-то опасная прямо. Приветствуем, ребят, стоя. Швейцария, ПЗшник. Йоу. Вон причесон какой. Сама карточка-то еще шикарная, ребят. Смотрите, какая прическа у него. Дреды, как у Рутгули-то. Еще один Рутгули в нашем составе. Номер 12. Милан. Жду вас на стриме, будем тестить, смотреть его. Статы, сами видите, просто космос. И передачи, и физуха 91, и защита 88. Дриблу надо подтянуть, я думаю, мотором. Ему больше ничего не надо, дриблу. Чтобы он был поманевреннее, полегче. А то он, видите, какой боксер, еще один боксер в нашей команде. Всем-всем пока. Ютуб канал Гандикап. За лайк, как обычно, стоя. Всем-всем пока-пока.